Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня покажу очень красивый нежный дизайн. Но сначала покажу свои новые оттенки от Impulse Deluxe. У меня 5 цветов. Гель-лаки плотные, пигментированные, хорошо самовыравниваются. Привлекла меня эта торговая марка где-то год назад. После декрета при покрытии ноготков гель-лаком у меня появилась аллергия. На пальцах были мелкие бугорки, кожа краснела и жутко чесалась. В тот момент нашла для себя продукцию Impulse. На сайте писали, что материалы гипоаллергенны. Я написала менеджерам с этим вопросом, и они сразу прислали сертификат, подтверждающий, что содержание аллергенов в материалах сведено к минимуму. Я рискнула. Пользовалась Impulse где-то полгода, и я забыла о аллергии. Сейчас покрываю себе и другими торговыми марками, но с осторожностью. Чаще покрытие себе делаю Impulse. Так что, если кто-то мучается от аллергии, ссылка на сайт в описании под видео. Я не гарантирую, конечно, что аллергия на 100% пройдет. Все мы разные, и организм у всех разный, но мне помогло. Также сайт Профимпульс делает скидку в 10% всем моим подписчикам. При заказе нужно указать промокод ItsMyNail. Вся информация в описании под видео. А теперь к дизайну. На ноготке уже выполнен градиент. Переход на видео, где я делала этот градиент, оставлю в конце этого ролика. Градиент выполнен гель-лаками от Impulse серия Deluxe. Черная гель-краска. Она с липким слоем, она также от Impulse. Просто я баночку разбила и пришлось перелить краску в другую баночку. Первым делом рисую трафаретную розу. Кстати, вот кисть, которую рисую. Я ее немного выстригла. В общем, весь дизайн будет выполняться черной гель-краской. Говорить рисую розу или рисую стебель или рисую лист, думаю, смысла нет. И так все понятно. Приятного просмотра! Gypsy dope, Nancy grew, cyclone by grow, don't guess I, don't me copas I, Macy grew. Fazer
Давайте. Перекрываю дизайн матовым топом. Посмотрите, какая красота! Можно и так оставить. Но я хочу прорисовать цветок золотой артпасты от Импульс. Она без липкого слоя, поэтому топом ее перекрывать уже не нужно. Очень тоненько прорисовываю. Смотрите, артпасту почти не видно в дизайне, но когда шевелю типсы, золото начинает переливаться в дизайне. Также и на ручках красиво будет. Перекрываю ноготок Импульс Делюкс 330 номер. Рисую продолжение веточки с листиками. Перекрываю матовым топом. Добавлю золото в дизайн. Вот вся красота в целой композиции. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А вот видео, в котором я делаю градиент для этого дизайна, обязательно посмотрите. Если повторяете мои дизайны, добавляйте их в свои соцсети под хэштегом #itsmynail, мне очень интересно будет посмотреть. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Всего доброго, хорошего дня!